Сегодня начинается неделя моды в Милане. Я хочу вам рассказать о всем самом интересном. Проживем жизнь фэшн-блогера. Дизайнеры и дома моды очень часто присылают свои приглашения или одежду в подарок в отель. Вот прикинь, я решила спросить, это все мне. Вы понимаете, да? Настя, ты сказала. Приехали в два модных дома. Это дом Missoni и M. Missoni. Идем. Это хит. Ну, это 100%. Очень круто, очень красиво, очень модно. Ага. Сейчас мы посмотрим коллекцию. Дом Missoni был создан в 1966 году Оттавио и Розита Missoni. Она задумывалась для спортсменов, а точнее для легкоатлетов Италии, что они, кстати, воплотили в реальность и сделали форму атлетам итальянским. Просто сумасшедших, мне кажется, это очень модно сейчас, но это очень круто. Подъем мой сегодня был в 7 утра. Сейчас я иду на две примерки. Мы в шоуруме Армана Шервина. Мне очень нравится, что это очень женственно, очень нежно. Мы подошли к магазину и офису Max Mara. Немножко хочу рассказать вам про эту марку. Она была основана в 1951 году Акило Марамоти. И в честь него и было названо Max Mara. Они взяли первый слог Mara и подставили Max Mara. Italian Max Mara family. Without a glass. Yeah, it's beautiful. Yeah, I love you, Natalia. Не теряя ни минуты, я быстренько накинула свитер. Более casual style. Я и лобстер. Сейчас это очень модно. I saw your vlogs. They are so good. I like it. Thank you so much. The trends for spring and summer are basically on the skin. Really natural and glowing, not matte. I love this highlighter. It's this one that looks like, you know, like flower. The skin is really important. And also the brows, really defined. Thank you. Thank you. Total Gucci, Louboutin и сумочка Bulgari. Я готова. Ну что? Перепрыгнуть очередь к дизайнеру. Надо сразу идти к пиарщику и стать ему поцелуем. Он очень милый. Вообще, Max Mara мой любимый бренд. Безумное количество людей. Вот это вся площадка русского фэшн-десанта. Вон Маша у нас. Смотрите, какая модная. Маша, скажи нам привет. Мы прошли на бэкстейдж показа Max Mara. Знаменитые модели, может быть, у нас получится кого-то увидеть, но я думаю, скорее всего, они уже переоделись и убежали. Hello, how are you? Amazing. You're a great ambassador. Thank you. Куда-то ведет толпу фотографов, как Моисей в пустыне вел. Мы в шоуруме бренда Такое. Здрасте! Вот виновница торжества. У нас ничего тут не висит из одежды, потому что я не хотела, чтобы висело. Ну вот. Мы сделали именно как картинки. Это такие штанишки и, еще, да? Да, такие, да. Сейчас мы находимся на презентации Фула. Welcome in Milan. I've been in Russia. It was amazing. As an inspiration, I like very much also travel to Tokyo. Unbelievable. I love New York. And you feel that you
something better, something faster. Мы были с Фабио Фузи, и он поделился своими точками вдохновения. Thank you so much. My pleasure. Yeah. Боже. Это грандиозно, невероятно сильно, красиво. У меня шли мурашки по коже, элегантно, интеллектуально. Боже! Нам принесли украшение. Вот такое колечко. О, какое красивое кольцо. Слушай, размер мой. Вот так вот, Золушка скоро превратится во что-нибудь. Показываю, как спасибо. Есть это влог. Очень да. Красивый. Не надо говорить, очень красиво. Да, у нас был в ТЗ, да, мы готовились к неделе моды, а первое, что у нас было написано, не говорим очень красиво. Очень красиво. Все очень красиво. Очень красиво. Очень красиво. Cause baby, I... Сегодня у нас будет возможность увидеть новую коллекцию. Personally, I look always first at the eyes of a person, and so looking at the eyes, you end up on the earring. Yeah. I like the way you work it, no diggity, I gotta bag it up. I gotta bag it up. Батарейка села в момент, когда я стала говорить, что приехал, хотела начать. Будет тоже делать модный обзор. А сейчас мы ужинаем с Максимом. Продолжи, я буду делать можно. Я обещала снять еду, но мы в итоге не сняли, потому что Макс был голодный. Последний день недели моды в Милане. Мараса, он всегда очень эмоциональный. Мне кажется, тебе очень идет. Я понимаешь? Думаю, в Дагестане меня поймут. В принципе, тут смесь ковра и бурки. Please join me and my family on this catwalk. And let's show the world that the fashion community is united and fearless. Thank you. Кажется, это будет очень интересный влог из Милана. Спасибо, Настенька. Один подписчик у меня точно есть, да, гарантирован. Очень красиво.